Ничто не постоянно, все движется, изменяется, и, конечно, наша планета не исключение. Некоторые процессы, происходящие на Земле, довольно губительны для нашего вида и в особенности для наших городов. В этом выпуске вы увидите, как выглядят затонувшие города, большинство из которых ушли под воду задолго до индустриализации, и едва ли мы хоть как-то могли поспособствовать их затоплению. Добро пожаловать на канал, подписывайтесь, бейте в колокол, а мы начинаем. Поехали! Александрия. Александрия – это город, основанный Александром Македонским в 332 году до нашей эры, который по праву считался жемчужиной древнего мира. Это был первый полноценный наукоград, привлекающий ученых и исследователей со всего мира. О богатейшей Александрийской библиотеке до сих пор ходит множество историй и легенд. Встречал ученых и торговцев маяк, который возвышался на 120 метров, которого давно уже нет, но он и по сей день нам известен как одно из чудес света. Множество войн и интриг перенесло Александрия, но природа беспощадна. Примерно в 365 году из-за столкновения тектонических плит случилось цунами, вследствие которого под воду ушли бесчисленные сокровища, библиотеки и дворцы. Вода и сегодня покрывает значительную часть города, которая много лет назад стала морским дном. Гераклион. Египетский город Гераклион опустился ниже уровня моря более тысячелетия назад. Город долгое время считался мистическим, пока в 1999 году он не был вновь открыт археологом Франком Годье. На сегодняшний день из-под воды извлечено множество сокровищ, в том числе огромные статуи. Предполагается, что город ушел под воду к 8 веку нашей эры. Данвич. В 19 веке Данвич был довольно крупным английским городом, однако череда штормов 13-14 века разрушили береговую линию, и теперь город большей частью находится под водой. На сегодняшний день дайверы обнаружили стены 4 церквей и доходного дома, а также некоторые жилые постройки. Археологические раскопки на этом месте все еще продолжаются. Байи. Затонувший город Байи находится в 16 километрах к западу от Неаполя. Этот древнеримский город был очень приятным местом для жизни, с мягким климатом и горячими источниками, но случилось то, что случилось. Считается, что именно вулканическая активность в этом районе привела к тому, что город затонул. Археологические исследования этого места продолжаются с 1941 года. Вода в данном районе достаточно прозрачная, что позволяет дайверам более тщательно изучать затопленный город. Кеково. Город расположен на одном из турецких островов. Предполагается, что он был затоплен вследствие землетрясения во 2 веке нашей эры. Сегодня на месте небольшого городка можно увидеть руины, уходящие под прозрачную воду Средиземного моря. Шичен. Китайский город Шичен был основан 1300 лет назад. Уникальная архитектура включает здания времен династии Цин. Ничто не может устоять перед прогрессом, не устоял и Шичен. В 1959 году он был затоплен в результате строительства гидроэлектростанции.
Сегодня город находится на глубине 40 метров и довольно хорошо сохранился. Дварка. В 2002 году в Индийском заливе были найдены руины древнего города. Найдены они были экологами и, как вы понимаете, совершенно случайно. Тем не менее, находка заставила пересмотреть временные рамки существования цивилизации в данном районе. Считается, что город затонул в результате таяния ледников и подъема уровня воды. Атлет-Ям. Атлет-Ям находится в 1 километре от побережья Израиля в Средиземном море. Это один из самых ранних затонувших городов, известных человеку. Невероятно, но Атлет-Ям находится под толщей воды уже примерно 9000 лет. Несмотря на это, на объекте были найдены хорошо сохранившиеся человеческие останки. Анализ останков выявил признаки туберкулеза, то есть эта болезнь оказалась на 3000 лет старше, чем считалось ранее. Павлопетре. Павлопетре – это греческий город, ушедший под воду примерно 1000 лет назад. Несмотря на то, что от города мало что осталось, исследования руин позволяют предположить, что Павлопетре был важным портовым городом, а точнее точкой транспортного сообщения между материком и островом Крит. Предполагается, что под воду город ушел после череды землетрясений. Йонагуни. Архипелаг Окинава протягивается россыпью маленьких островов на сотни километров. Последний островок архипелага пользуется особой популярностью у дайверов. И вот в 1985 году в прибрежных водах острова Йонагуни инструктор по дайвингу обнаруживает странный объект. Буквально под поверхностью волн виднелась целая гряда каменных монументов. Широкие ровные платформы, покрытые орнаментом из прямоугольников и ромбов, переходящие в замысловатые террасы. Край объекта обрывается вертикальной стеной и уходит вниз на 27 метров. До сих пор точно неизвестна история происхождения данного объекта. Даже нет согласия в вопросе, является ли объект полностью естественным образованием или имеет искусственное происхождение. Очередной раз удивляюсь тому, сколько наших собственных тайн хранит океан. И задаюсь вопросом, а так ли губительно наше влияние на планету, как это стало модно заявлять? И можем ли мы вообще глобально влиять на естественные процессы, происходящие на Земле? Для любителей океанских тайн могу порекомендовать выпуск о затонувших кораблях. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорого!